Доброго всем, варвар, господа, с вами снова Римас. Мы сегодня поговорим о Mount & Blade Bannerlord, которая выйдет завтра. Ну, вернее, 30 марта, 13:00 по московскому времени. О том, сколько мы все ее ждали, конечно же, я в этом видео говорить не буду, потому что все это дело будет обсуждаться в комментариях под этим видео. В этом видео я постараюсь ответить на многочисленные вопросы, которые мои подписчики, зрители часто задают. Первый вопрос. Будет ли русский? Русский язык будет, но не факт, что он будет 30 марта, потому что игра выходит в раннем доступе. Кстати, в релизе он точно будет. От себя скажу, что возможно в раннем доступе пока что его не будет, однако не стоит переживать, потому что мододелы сделают все это дело в короткий срок, они переведут игру и без разработчиков. Возможно, игра выйдет даже и на русском частично. Посмотрим. Также ребята часто спрашивают, что игру можно предзаказать, предзагрузить. Нет, к сожалению, этого нельзя сделать, потому что есть такие негласные правила, особенно в Steam, если игра находится в раннем доступе, и она вот должна выйти в ранний доступ, нельзя сделать предзаказ, либо предзагрузку. Поэтому придется ждать указанное время выхода данной версии. Что мы увидим в раннем доступе, помимо сетевых режимов? Ну, конечно же, одиночная кампания с полноценной картой и всеми фракциями. В раннюю версию сиквела войдет сюжетная кампания, полноценная, где предстоит создавать своего собственного персонажа с уникальной предысторией. Ну и, конечно же, можете не проходить эту кампанию, а полностью погрузиться в песочницу и развивать своего персонажа из грязи в князи. В некоторых локациях и городах будут одни и те же пейзажи, здания и все такое. В релизной версии игры все это дело дорисуют. По имеющейся на сегодня информации, создание доспехов и оружия пока недоступно. Mount & Blade Bannerlord выйдет на PS4, Xbox One и ПК, но ранняя версия будет доступна только на ПК. Ну и наконец-то последний вопрос, сколько игра будет стоить? В назначенный день игра станет доступна для покупки в Steam, Epic Game Store и на официальном сайте Tileworks, где цена будет составлять $50, 50 евро, либо 40 фунтов. Информации о оригинальных ценах пока что нет, поэтому в рублях мы не знаем, сколько эта игра будет стоить. В течение первых двух недель после релиза ранней версии игры цена будет снижена на 10%. Плюс к этой скидке обладатели первой части Mount & Blade тоже получат 10% скидку. Ну что ж, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами был Римас. Увидимся в скором будущем. Будут стримы, будут видео 30 марта от Римаса в 13:00 по московскому времени. Не болейте. До скорых встреч.